Аулу Жидели Арах Шилийского района 90 лет. Дружно сельчане отметили большой юбилей. Осаулдын казыгын кагып кеткен, біз білетін кеше көткен шеремеда яуайым. Акын Кенжебай Жусипов посвятил аулу арнау посвящение. Местные таланты представили театральную постановку об истории аула, который дал немало выдающихся личностей. Аким района рассказал о достижениях. В этом году в ауле засеяли 1500 гектаров земли. По сравнению с прошлым годом урожай ожидается выше. Отмечен рост поголовья. Все это результат единства. Аул славится также своими талантами. На юбилейных торжествах много было воспоминаний. За 90 лет прожито немало. Мы работали по 3 бригады, тракторов не было. Со всего аула собирали телеги для перевозки риса. Трудно было. Радует, что сейчас в наших хозяйствах есть хорошая техника. Празднование юбилея продолжилось состязаниями молодых акынов. Главный приз в 400 тысяч тенге завоевала Гульжан Кыласкызы. Какой той без колпара? Главный приз – автомобиль от семьи Ермановых завоевал 22-летний уроженец аула Нартай. Ныне игрок от ирауской команды Жасулан Айтбай. Празднование большого юбилея родного аула сельчане запомнят надолго. Подведены итоги, впереди новые цели. Кристина Алмаз-Куза, Аскар Тажиев, Ахан Алиев, Досхан Сатпай, телеканал «Кызылорда».